На ремонте сетевой шуруповерт Протон. Вот работает, но слышите, с таким под гулом с этой стороны, скорее всего, вопрос подпрыгивания щеток, ну, слабо достают щетки. Будем разбирать. Сейчас для этого необходимо по периметру раскрутить винты, открыть крышку и посмотреть, что со щетками. Скорее всего, это проблема. Я открутил все винты, снимаем крышку, ну и смотрим. Здесь несколько нюансов. Смотрите, сейчас я попытаюсь вам показать. Во-первых, вот этот подшипник не крутится. Да, он тут свободно телепается. Смотрите, вот так. И поэтому вал крутится вместе с внешней обоймой подшипника. Смотрите, если я прислоняю и этот удерживаю здесь и вот здесь, то никаких вопросов, крутится хорошо. Если удерживаю здесь, тут телепается. Если удерживаю здесь, как бы вам показать. Попытаюсь так, чтобы было видно. Значит, смотрите, начинаю включать, и подшипник начинает подпрыгивать вот так вот в этой плоскости, не в этой плоскости, а в этой, подпрыгивать, телепается, стукается, и за счет этого вот такой звук. Что необходимо сделать? Сейчас проверю сам подшипник, ну и посадить его на укрепить. Как это сделать? Сейчас буду смотреть. Скорее всего, дополнительную посадку сделаю на эпоксидный клей. Добавлю. Получается, что разбилось посадочное место. Эпоксидным клеем добавлю, всуну, смажу смазкой, чтобы не прилипло, и укрепится наружная обойма, чтобы она не телепалась. Она разбилась, и здесь телепается подшипник. Ну и еще заодно проверю щетки. Ну, судя по тому, что вот в таком случае, смотрите, он работает. Более-менее, ну, так работает тихо. Возможно, придется еще и вот эту часть закрепить, чтобы он не телепался. Но здесь просто, может быть, проставки какие-то подкладывать. Тоже раз телепался. Поэтому суть ремонта будет в том, чтобы или заводской дефект убрать, ну или просто пластик недостаточно крепкий здесь в посадочных местах и разбился. Ну, сейчас буду уже устранять. Для того, чтобы убрать люфт, я вот такие точки хорошим герметиком поставил. Это высокотемпературный, до 300 градусов. Герметик Виктор Рамс.
ну, один из самых лучших, который можно найти. Поставил точки и придавил почти до конца. Он немножко схватился. Я вскрыл для того, чтобы вам показать. Сюда на ротор и на подшипник. И снизу по кругу. Придавил не до конца. Он немножко застыл. Почти до конца. И теперь я его до конца придавлю. Он вдавится за счет своей эластичности. Поэтому теперь я уже затягиваю до конца. И попробую. Должно помочь. Напомню, что был такой дребезжащий звук при пуске, ну, при работе. Сейчас посмотрим, помогло ли такое решение, решило ли проблему. Сейчас я вот на подшипнике и на роторе подтягиваю винты. Это должно именно эту проблемную часть прихватить. Остальное потом закручу. Так, ну а тут уже закручено. Все, могу пробовать. Как слышим, нет дребезжащего звука. Итак, по сути дела, это заводской дефект, слабая корпусная деталь, которая не выдержала дребезга. Но на герметике он приклеился, он будет сглаживать вибрации, не будет юзаться по корпусу и вытирать, ну и будет хорошо держать. Поэтому, ну, вот таким образом можно поступать, решить проблему. Это DE600 Proton. Проблема решена, отправляется клиенту. Ну а вы можете на канале посмотреть решение и других проблем с электроинструментом, с бытовой техникой. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Канал так и называется «Я вам помогу». Для того, чтобы все вопросы, которые вы задаете, я стараюсь отвечать, насколько это возможно, в силу своего опыта. Увидимся на канале. Всего доброго.